На конкурс дети читают стихи. Лукаш Андрей, 7 лет. Здравствуйте, я Лукаш Андрей. Я ученик 1 Б класса 43-й школы. Я хочу с города героя Севастополя. Я хотел бы рассказать балладу о Керчи. В память о моем прадедушке Лукаше Иване Емельяновиче, который участвовал в Керченско-феодосийской операции. Сергей Островой. Баллада о Керчи. Я тебе расскажу про Керчь. Я тебе расскажу сейчас, как над городом бился смерч, закрывая полнеба в раз, как, подняв ледяной бурун, через тьму хоть плечом толкай. Шел десант на камыш бурун, шел десант на Жемушкай. Пели пули в глухой ночи, можно в воду навечно лечь. Ты когда-нибудь был в Керчи? Я тебе расскажу про Керчь. Там за городом, под землей, будто скрытый от сел снаряд, в переходах забит мглой партизанский сидит отряд. Он сейчас подорвет шоссе, даже ветер в кустах затих, и приходят назад не все, и другие встают за них. На камнях лепесток свечи, будет время сквозь сумрак течь. Ты когда-нибудь был в Керчи? Я тебе расскажу про Керчь. Там такая была пора, что, наверное, к заре лицом поднялась Митридат гора, вся исхлёстанная свинцом. Било время по ней в упор, побелели края висков. В этот город с тех самых пор входит слава без пропусков. Город ей отдает ключи, держит солнце яркую речь. Ты когда-нибудь был в Керчи? Обязательно съезди в Керчь.